Всем привет! Вы находитесь на творческом канале Сергея Федотова «Туши свет». И сегодня я хочу вам показать место захоронения легендарного автора-исполнителя песен в стиле шансон Сергея Борисовича Наговицына. Находится его могила в городе Перми, в Кировском районе. Это некий пригород города. Называется он у местных Закамск. Также в этом видео я хочу вам показать дом, где родился и жил Сергей, и подъезд, на котором также имеется мемориальная доска, посвященная Сергею Наговицыну. Ну вот мы находимся у дома, в котором жил Сергей Наговицын. Здесь также имеется мемориальная доска и находится он по адресу улица Закамская, 21, в городе Перми. Еще хочу заметить, что само место захоронения, оно сильно изменилось. Здесь появился навес, стало все красиво, различные кованые украшения, две гитары. И еще хочу в конце немного добавить, что все не могут найти могилу, поэтому я вот сейчас развернусь и пойду к выходу и покажу ориентир. Здание за забором с колючей проволокой, кирпичное. Вот оно, видите, там вдалеке виднеется забор, колючая проволока. То есть получается, если вы стоите лицом к кладбищу, вам надо его обходить. С левой стороны будет асфальтная дорога. И вот по ней идете, пока слева от вас не появятся кирпичные, как это, склады, я не знаю, или здание какое-то. И все, и поворачиваете направо, и увидите там коричневую такую пластиковую крышу. Там находится могила Сергея Наговицына. Вот я уже почти вышел на дорогу. Вот там эти здания. Посмотрите. И все. Мы поворачиваем налево и идем до конца, и там выходим на центральную дорогу уже автомобильную. Мой отец также всегда увлекался творчеством Сергея Наговицына, поэтому я с детства знаком с его творчеством. Думаю, что вам будет интересно, всем поклонникам творчества Сергея. Поэтому спасибо за внимание, приятного просмотра,
и до встречи на канале «Туши свет».